Всем большой привет! Сегодня делюсь рецептом своего любимого итальянского десерта – тирамису. Воздушный, мягкий, нежный и очень вкусный. Полностью оправдывает свое название, которое переводится как «Вознеси меня до небес». Для этого десерта необходимо взять яйца высокого качества. Хорошо их промыть, вытереть и разделить на белки и желтки. Желтки пару минут размешала миксером и теперь добавляю половину от общей массы сахарной пудры. Снова перемешиваю пару минут миксером и теперь добавляю сливочный сыр маскарпоне. Сначала аккуратно перемешиваю лопаткой, чтобы не было комочков, затем взбиваю миксером до однородной массы. Теперь займусь белками. Для баланса вкуса добавляю щепотку соли и начинаю взбивать, постепенно добавляя ту часть сахарной пудры, которая осталась. Белки взбиваю до стойких пиков, но важно следить за тем, чтобы и не перевзбить их. Постепенно белки добавляю к желткам и аккуратно перемешиваю. Готово. В миску вылила 2 чашки растворимого кофе и добавляю немного коньяка. Бисквитное печенье Савоярди я купила в магазине, но оно легко делается и в домашних условиях. На дно формы наношу немного крема, размазываю. Каждую печеньку обмакиваю 1-2 секунды в остывшем кофе с коньяком и укладываю рядышком одну возле другой в форме. Сверху на печенье щедро наношу крем и растягиваю по всей поверхности. И так продолжаю делать до самого конца, пока не закончится печенье и крем. Ну вот, готово. Накрываю и отправляю в холодильник минимум на 3 часа. Затем достану и в конце посыплю какао-порошком. Прошло больше 3 часов. Достаю и перед подачей посыпаю какао-порошком и украшаю листочками мяты. А вообще, такому десерту, как тирамису, нужно дать пропитаться дольше времени, например, всю ночь. И тогда он становится еще вкуснее, воздушнее и нежнее. Если нет такого времени, то даже через 3-4 часа этот десерт – это что-то нереально вкусное. Сегодня я вам показала рецепт тирамису, который мне очень понравился и был проверен мною и моей семьей не один раз. И вы приготовьте, попробуйте и оцените. Воздушный, нежный десерт, который тает во рту и вознесет вас мысленно до небес. В будущем обязательно покажу еще вкусные и проверенные рецепты тирамису. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, вы знаете, что делать. Всего вам самого доброго и самого вкусного. С вами была Оксана. Пока-пока.